Всем привет, ребятки, с вами Флэш, и по многочисленным просьбам я все-таки решил записать видео о том, как со мной на связь вышел самый главный разработчик Раста, руководитель всего проекта, Хелк, он же Маурина. Это прям целая такая маленькая история, поэтому я сейчас быстренько всю ее расскажу, чтобы вы со мной могли прочувствовать все те эмоции, которые я чувствовал на протяжении этой истории. Все началось с того, что 10 марта мне в ВК написал некий Крейг, вот, собственно, его сообщение. Привет, Михаил, я Крейг с Fate Punch разработчик Раста, я был, меня попросил Хелк, чтобы с тобой связаться. Я знаю, что это звучит немного странно, но я могу подтвердить, кто я. Вот мой имейл, естественно, я его закрыл. Думаю, Крэк не будет рад, что я, если покажу на многочисленную аудиторию его имейл. Ты можешь мне написать на e-mail, и я подтвержу, что я реальный. Мы имеем свой э, чат, Slack, это, я так понимаю, аналог нашего Дискорда, где находятся разработчики и создатели контента на основе Раста. Я тебя приглашу, э, дай мне знать. Естественно, первая реакция, что это фейк, потому что очень много фейков пишут. Я сначала перешел на его страницу в ВК. Непонятная страница, фотография добавлена в момент сообщения. То есть буквально он создал аккаунт и сразу же мне написал. Каких-то ну совершенно скудная информация. Каких-то два подписчика Алена Попова. Какой-то подписчик тоже зашел в активном поиске. Фотографии достаточно непонятные, тоже между такие достаточно интимного характера еще и статус, хотелось бы веселиться, ну не знаю, реальный это человек или нет, если реальный Ален, напиши в комментариях вообще, как ты подписалась на Крейга, который создал страницу, ну что ты вообще, ну не хочу никого обидеть. Далее я перешел на самый главный сайт Раста, чтобы посмотреть, есть ли вообще Крейг в разработчиках, потому что я такое что-то помню. Ник, ну, по Маурин, это, собственно, самое главное, это Хелк Гарри. Он одно время тоже вел проект, все думали, что он главный разработчик. Нет, он просто подменял Маурина, не помню, то ли болел он, то ли что-то такое было. Но здесь я его нашел, вот он, Крейг э, Пирсон, я не знаю, как правильно произнести, возраст 39 лет, все как положено, со страницы совпадает, 79 год рождения, и у него есть свой официальный твиттер. После этого я перешел, естественно, на его твиттер, посмотрел последнюю дату его сообщений, 15 марта. Ну, на тот момент было не 15 марта, там какой-то. То есть активная страница, не заброшена, все как положено. Гарри на него подписан и главный, главный твиттер Раста. Поэтому имейл мне его как бы ничего не давал, я ему и написал «Привет, Крэк». Естественно, сразу попросил за мой английский, потому что все это переводил половину в Google переводчике Потому что думаю, что многие у тех, кто, у кого английский находится на уровне только там школы, ну, собственно, у меня такой же английский, они понимают хорошо, а вот сформировать, чтобы ответить, ну, это уже вызывает трудности. Так и я. Я, то есть, понимаю речь, ну, могу все понять, все, что говорят, но вот потом самому ответить, мне там просто абракадабра. Поэтому, чтобы правильно все это расставить, предлоги я использовал. Google-переводчик написал ему привет, Можешь ли ты мне написать со своего твиттер-аккаунта на мой твиттер-аккаунт в личные сообщения, тогда ты подтвердишь, что ты реальный. На что он мне ответил, ты подписан на официальный твиттер Раста, я могу написать тебе с него. Я написал, ну, то, что круто, если с него напишешь, это будет более чем достаточно. Опять же, кто не знает, на странице Раста можно найти ссылочку на главный твиттер, вот он, твиттер PlayRast. Вот, мы на него переходим, но ну, подписан, понятно, Гарри. Вот, он здесь публикуется, сидя в блоге, комьюнити апдейты и так далее. И вот мой Twitter в сообщении, мне с него написали, если дота, это я там голосовал за кого-то, не помню. Вот он, Раст, открываем, привет, надеюсь, это Крейг, все, я написал более чем достаточно. Далее Крейг мне пишет то, что мы имеем свой слаг, ну я так понимаю, аналог Дискорда, где находятся вот Rust девелоперы, разработчики Rust, ютуберы. И Хелк хочет с тобой поговорить, о чем не знаю. Мне нужен твой email адрес, чтобы прислать линк, чтобы я туда перешел. Ничего устанавливать не надо. Shadow ну думаю, многие знают зарубежные, кто это такой. Там все, короче, находятся. Вот, вот что подтвердить, я не знаю, как вот так да, перейти. Вот я тебе перехожу, вот. Ну то есть с главной страницы Rust написал. Далее он меня спрашивает имейл. Естественно, имейл я присылать тоже не хочу, несмотря на то, что я убедился, что это ну, реальный человек. Далее я. Ну, я листаю, вы можете сами на паузе потом перевести. Все, не буду, дословно, с Крейгом именно на переписку. Все-таки ему присылаю, он мне на, на него пересылает линк, я по нему перехожу там сообщение не сразу пришло, потом у него интернет, оказывается, не очень, <с> потом оно все-таки пришло, потом я не мог там авторизоваться, оказывается, тут нельзя было два имени назвать, потом там 100, ну, обязательно двухэтапная аутентификация. И причем два варианта, либо по СМ... смс-ка тебе на телефон приходит, либо через штрих-код, чем я вообще никогда в жизни не пользовался. Естественно, я пишу, а точно смс-ка придет, я как бы в России нахожусь, он говорит, блин, в России точно смс-ки не приходят, тогда тебе нужен второй вариант со штрих-кодом. А для этого нужен телефон, а у меня телефон совершенно древний старый, там нужно с экрана считывать при помощи на телефон установить программу там, он мне список какой-то прислал, я не помню. А нет, это там прям в самом слаке, да, это слак. А без аутентификации этой пока ты не пройдешь вообще не пускает в этот слак. В итоге пришлось брать телефон у мамы, у мамы, говорю, у Маши, у нее Asus с Андроидом туда установили этот штрих-код, с телефона вот этот считали, там появляется, считываешь, у тебя пароль приходит. А я никогда не работал, потом да, вообще у меня этот штрихов не считывался. В итоге там нужно было синхронизовать время в телефоне, там, чтобы одновременно это, там, короче, такая система заумная. Я первый раз с этим столкнулся. Короче, на все про все у меня ушло больше часа. Вот мы с Крейгом все этот момент, чтобы я туда прорвался в этой слаг. Потому что по-другому, ну, никак не пообщаться. В итоге я прорвался в этот, в этот слаг. Вот так вот он выглядит. Тут потом мне сразу же написал Крейг. Кстати, вот он Маурина, он же Хелл. Еще что-то написал, но я уже примерно знаю, потому что почту проверял, там видно было первое сообщение. Сейчас я открою вместе с вами. Там просто дублируют, я так понимаю, переписку еще на почту. Я почту недавно проверил, смотрю, Маурина написал. Здесь еще не открывал, специально решил на видео. Далее уже в самом слаке мне Крейг написал, о, ты здесь, я только когда зашел, там начал аватарку делать, чтобы хоть меня как-то там видели, что я флеш. Привет, ты здесь, я ему написал, что это самое сложное, что я делал за последние несколько лет, реально час у меня ушел, чтобы вот это все проделать, там, это унтификация, это жесть, конечно. Извини, он просит извинения, что я думал, что это будет просто, я говорю, да не, это круто, это наоборот необычно, разработчики там, все дела, он говорит, все, ладно, тебе скоро Хелк напишет, а он как раз уже в это время мне писал, все, и спасибо тебе тоже, все, на этом с Крейгом мы закончили, теперь переходим к самому интересному, это к Хелку, к Маурину. Открываем с вами сообщение и последнее... <laughs> я это уже видел, что он написал примерно. Ребят, я буквально недавно записал видео о том, что э, сидеть можно уже в машине, в вертолете, и команда, чтобы пересаживаться, называется SwapSeed Я говорю, ее же не смогут использовать, было бы круто ее куда-то добавить э, в, в себе под ноги, потому что через админ панель не сможет никто писать через консоль, потому что если ты не админ <laughs> и не Маурина, то есть человек, посмотрел бы следующий видос. Как-то через комментарии английские эти субтитры понял, что я на это жалуюсь, и написал, что попробуй забиндить x на x, ну на любую кнопку, вот эту точно, ну в консоли, и поэтому ты сможешь просто нажатием одной кнопки пересаживаться. Ну а теперь давайте перейдем в начало нашей переписки. Я уже сейчас перечитываю и понимаю, что я всякой пургином нагнал, потому что я волновался. Ну вы представьте мое состояние, да, ты три года занимаешься, снимаешь видео о расте, и тебе пишет э, главный человек раста вообще. Я... У меня сразу все отключилось в мозг, я не знал, а что происходит. Ну, думаю, э, те, кто знает английский, могут сами на паузе все перевести. Я буду ну, на звук произносить, если кому лень. Он мне пишет: Хей, привет! Я ему привет пришел. Я даже сейчас волнуюсь. Потому что он актив сейчас. Я, может, даже сейчас ему что-нибудь напишу, что я записываю о нем видео. Передай привет моим подписчикам. Привет, это мое первая э, вообще коммуникация с разработчиками. Извини, за, анг за английский, но стандартно. Не, не переживай. Твои видео достаточно популярны в российском комьюнити, я, я смотрю ваши видео и мне достаточно сложно их понять. Google автоматический переводчик достаточно плохо делает свою работу, я его прекрасно понимаю. Я в принципе понимаю общую идею, но мне достаточно сложно понять, особенно было в последнем видео про чинук. короче перевод сломался окончательно, Google это стандартный. Я хотел бы узнать, что ты комментируешь и какие проблемы на английском языке. И вот тут моя первая была ошибка. Я почему-то вот это перевел. Я хотел бы узнать, что люди комментируют по твоим видео и какие проблемы ну, на английском. Почему-то мне показалось, что он спрашивает, что люди комментируют, не я. А тут, если переводить, I want to know what you comments. Я хотел бы узнать, что ты комментируешь ну, в процессе, когда о, -о видео рассказываешь. И какие проблемы, ну, я хотел бы узнать это на английском. Тут тоже недопонимание, ну походу разные люди абсолютно, языковой барьер. Too small, I think. Слишком мало, я думаю. Я, я так и не понял, я написал, что, ну, что значит слишком мало. Может кто-то написал, типа, э, я такой путь проделал, часовой, чтобы авторизоваться, чтобы просто узнать, чтобы э, рассказать Маурина о своих комментариях. Это типа, ну это слишком мало, по моему мнению. Ну он так и не ответил, что за мало. И вот тут я, опять же, продолжаю писать ему о том, что, что люди комментируют, а на самом деле он спрашивал меня, мои комментарии по поводу Чинука, что я думаю. Я ему написал то, что большинству управления вертолетом понравилось, потому что оно такое же, как в Battlefield. Также я пишу, что, ну, мне забавно этот комментарий понравился, что мы в Расте еще толком не ездим, но уже летаем. Ну и дальше я им пишу то, что я имею свои собственные сервера, я хочу добавить вертолет туда. И основная дискуссия была о том, как его использовать при рейдах, там, кланами и так далее. И поэтому думаю что вряд ли добавят вертолет на официалке в ближайшее время, и все эти рассуждения вам не особо интересны. Ну и дальше я говорю, я был на этой волне, ну, вы должны меня понять, я ему сразу, не разработчик там, читы, мне все это нафиг вылетело из головы. Я просто был несказанно счастлив, что впервые за три года я общаюсь с тем человеком, который, и я ему тут начинаю выражать благодарность. Я, пользуясь такой, таким случаем, хотел бы вас поблагодарить за все, раз это самое лучшее, что случалось в моей жизни, он дал мне все. Вы, конечно, можете этого не понимать, но я хочу, чтобы вы знали, что я бесконечно вам благодарен. Я не знаю, я просто в этом плане такой ну достаточно эмоциональный человек, хотя я наоборот не эмоциональный, но в этом такой прям сентиментальный очень. Я говорю, вы представьте себя на своем месте, да, я даже не знаю, какую аналогию привести. С президентом, наверное, нет смысла, ну, типа, вы, вы живете в какой-то стране, все для нее делаете, и вдруг вам звонит президент, неважно какой страны, ну, ваша, я имею в виду, и просто не такой, о, привет, я вот за тобой слежу, как бы, молодец, там, делаешь, а что, я вот тут закончик собираюсь принять, что скажешь вообще, там, я вот это планирую, то есть, вы даже не будете об этом думать, вы просто офигеете, что вам написал такой человек. Ну, или, чтобы вообще нейтральный пример. Илон Маск, допустим, да, вы купили автомобиль Тесла, делаете на него обзор, катаетесь, говорите, о, круто, не круто, и вам звонит в один прекрасный день Илон Маск и говорит, о, привет, Миш, видел твой обзорчик, видел, что там тебе что-то не понравилось, но я не совсем понял, а можешь мне рассказать, что конкретно? Я вот тут сейчас планирую ракетку но, запустить на Марс, там, машину. Что скажешь вообще? Может, что-то посоветуешь? Или там следующий обзор посмотрел, видел, ты там не нашел какую-то кнопку, она там-то находится, ну вот как с биндом, да, поэтому как бы наслаждайся. То есть это просто разрыв мозга, и поэтому я не мог ни о чем думать, о том, что ну, слова благодарности, то есть это очень невероятно, что такой человек написал тебе, какие нафиг раз, какое обсуждение. Ну, он пишет мне в ответ на то, что я ему благодарность выразила. Большое тебе тоже спасибо, и тоже очень признателен то, что ты освещаешь обновление раста для русского комьюнити. Но он продолжает. Это я сейчас понимаю, что я обшийся, что он не комментарии спрашивал подписчиков, а лично мои комментарии. А я не мог понять, я, ну, зачем мои-то комментарии? Я думал, люди всегда лучше знают. Он говорит, я хотел бы э, лучше понять э, из твоего видео на английском, ш э, что для меня конкретно стало неясно. Управление вертолетом, ну, мышка и клавиатура хорошее или плохое? А в видосе-то я наоборот сказал, что оно мне не нравится, потому что я никогда не играл в Battlefield, и оно мне не очень понравилось. Также он еще пишет то, что субтитры мне написали то, что ты служил, а я там говорил, когда смотрел, я говорю, на флоте там аппарель называлась так-то, и возможно там перевело, говорит, ты служил и вроде как ты сказал, что чинук достаточно маленький. И я тоже это говорил в видосе, когда отлетал, сказал, что вот на фоне человек, ну в принципе небольшим выглядит, я просто сказал, что он небольшой, а он все буквально мои все слова воспринимает. Он, наверное, подумал, то, что я служил на флоте, видел этот чинук вживую каким-то образом, как я в российском флоте мог видеть чинук американский. И мне он показался маленьким. То есть вообще какой-то разрыв шаблона. Я сижу, читаю, офигеваю. Я до сих пор продолжаю ему писать, трендеть, не понимая, что он конкретно меня спрашивает, а не моих подписчиков. Я говорю, что все э, под комментар... ну, в комментариях под видео написали, что управление вертолетом самое лучшее, потому что он такой же, как и в игре Battlefield. Можно делать всякие фишки и так далее. Но, к сожалению, я... Я никогда не летал на вертолете в Battlefield. я реально никогда. Я играл в Battlefield 3 когда-то, в 4 не играл вроде уже. О вертолетах вообще не может быть и речи. Никогда не летал. Но уже отметил, что для себя персонально не совсем удобно, и я хотел бы еще иметь альтернативное управление, потому что в играх часто можно менять. Можно управлять мышкой, а можно ну, альтернативу. Вот было бы круто, если бы и то, и то, на любой вкус. На что он посмеялся, наверное, он же меня спрашивает, да, я говорю, что управление крутое, может, он так это понял, что я пишу, что управление крутое, но я никогда не летал в Battlefield, и я и не понимаю, что он поржал, ну да ладно. И я ему написал, что да, действительно, я служил на флоте 12 лет, и мне показалось, что чинук должен быть чуть-чуть больше, на что он отвечает да, опять же, посмеялся, мы делали модель согласно Википедии и присылает прям все размеры мне, длина, ширина, там, в футах в метрах, все кому -то положено то есть, то есть человек, который создал разд, который вообще он сам, ну, то есть на мое просто какое-то легкое замечание абсолютного дилетанта в этом деле что может быть он чуть больше должен быть приводит мне Википедию приводит мне все размеры, что нет мы все делали правильно, чувак Ой, я ему пишу, ну, скорее всего, что вы правильно подобрали размеры, я уже понял, что что-то я уже не то несу. Далее он пишет, что, ну да, русские вертолеты типа больше. Он потом мне говорит, что, да, действительно, люди обсуждают насчет рейдов, там, кланов... Насчет вертолета, все эти рассуждения слишком преждевременно, потому что, ну, на основу, как я и предполагал, естественно, этот вертолет в таком виде заливаться не будет. Но ну, во всяком случае, на этом моменте, но в будущем, вот он пишет, что будет воздушное средство, например, как согласно roadmap этим, воздушные шары. Поэтому в конечном итоге такие разговоры, в принципе, имеют место быть. То есть рано или поздно все равно появится этот воздушный транспорт. Ну, далее он пишет, что я хотел бы также у тебя спросить э, вообще насчет игры, насчет других каких-то проблем, насчет других э, ком комментариев, комменсов ге. Вот это комментс меня сбило с толку. Я почему-то комменты всегда ассоциирую с комментами под видосами простых людей, блин. Э, Какие-то там предположения какие-то предложения, я готов выслушать. Но я до сих пор был под таким в состоянии эйфории. Извините, но мне достаточно сложно сейчас думать. Я до сих пор не верю, что разговариваю с вами лично. Три года я записываю видео по расту, и такое ощущение, что я разговариваю с Богом. Но это реально так и было. Что он опять смеется, говорит, не беспокойся, я не Бог, я лишь тот парень, который любит делать игры. Ну, далее ему пишу то, что, ну, по факту я всегда, практически всегда поддерживаю разработчиков все их направления, которые они выбирают. Я до сих пор поэтому и в Расте, потому что мне все нравится. И насчет того, чтобы слушать кого-то в комментариях, опять же, я думал, что до сих пор он думает, что он спрашивает про комментарии под видео. Я написал, что не стоит там всех слушать, потому что большинство из них даже никогда не играли в Раст. На что он согласился, да, говорит, Reddit это ужасно, ну там в основном обсуждение все в американском сегменте идет на Reddit. Ну, наверное, и в русском, фиг его знает. Далее я опять начинаю выражать мнение большинства комментариев, не свое. Достаточно часто Rust сравнивают, точнее, ну, привод что раз превращается в Battlefield, все больше и больше оружия. Они хотят больше атмосферного выживания, а не бесконечной войны. Далее он опять спрашивает уже конкретнее. Я только сейчас понимаю, насколько я тупил. А что насчет тебя? Что ты ощущаешь? Ты все вот, уже несколько раз на протяжении нашего диалога постоянно спрашивает меня. Он все время меня спрашивал, а я постоянно, я не знаю, может и чувство уважения, может и, ну ну что я? Я просто делаю обзор. Я кто я такой, чтобы там что-то влиять? Есть масса людей, которые комментируют, надо их слушать. Массу, а что я-то один? Поэтому им пишу, что, ну, я одинокий волк, я играю атмосферно, с полным погружением в выживание, поэтому, ну, для меня не сводится раз просто построить здание, собрать серу и зарейдить кого-то. Я имею небольшое количество рейдов на ютубе, в основном я придумываю себе какие-то цели и их выполняю нестандартно. Например, выжить там в горах, не спускаясь с них, ну, и все подписчики знают можно ли что-то построить и торговать, и вообще ничего не делая, либо наоборот, только собирая ресурсы и все покупать в магазах, тоже у меня был такой видос, типа путь покупателя, можно ли выжить без дома, это еще давно я когда-то снимал, ну в общем все нестандартное, поэтому я не лучший советчик в этом плане для разработчиков, потому что я под себя игру точно не хочу делать. На что он отвечает, ну, опять посмеялся, мы, в принципе, планируем добавить в будущем больше элементов выживания, нам нужно только быть уверенным, что все на своем месте, мы больше ПВЕ хотим добавить, больше выживания, кукинг, медицина и так далее. Далее он мне присылает свой видос о том, как он управляет, о том, как он управляет вертолетом. То есть, видать, эта тема его, ну, была на тот момент основная. То есть, правильно он сделал или неправильно управление, вот как в Battlefield. И он мне показывает свое мастерство. Скинул ссылочку, типа. Вот так вот он летает. Скажу ответить, ой, могу ответить, сказать, то, что он очень достойно летает. Вот такой пируэт у меня вообще не получался, я когда попробовал. Но это дело практики. Я уже понимаю, что мне не понравилось это управление только из-за того, что я никогда толком с таким управлением и не летал. Может быть, оно действительно удобнее, надо просто привыкнуть вот он, то есть вот такой вот облет. Я даже сейчас, когда тестовый то, смотрите, писал, я сразу врезался, я не мог понять, вот мышка. Мне мышка интуитивно постоянно хочется посмотреть по сторонам в кабине, а не управлять вертолетом. Я всегда вот, вот, как сейчас, но он это аль зажимает. Может, она действительно удобно, но надо просто мне переучиться. Поэтому я очень ну, тактично говорю, что это лучшее управление, потому что ну, люди большинство не знают. Это просто я не ну, постоянно упоминал что да, это крутое управление, все правильно это сделал, что мышкой. Лучше я переучусь, чем э, миллионы людей, которые играют в Rust, э, ну, не миллионы, там, десятки тысяч, скажут, фу, за что это такое, пускай лучше Battlefield будет. Лучше я один переучусь под этот Battlefield, чем наоборот все переучусь. А лучше альтернативы делать. Потому что мне привычной мышкой просто обзор делать, а кнопка WS, ну, вперед летит вертолет, то есть более автоматически. Это более сложное управление, но оно более дает больше свободы, что ли, больше вот таких пируэтов. То есть вот смотрите, как он летает. Оп, сразу вообще жесть. Ну, то есть красавчик, вообще красавчик. Ну вот он пишет то, что я прислал тебе вот демку, как я управляю вертолетом. Я выбрал именно эту систему, потому что я достаточно был неплох раньше в ней. Ну, может быть, играл где-то еще, поэтому он выбрал именно эту. На что я ему написал, было очень приятно пообщаться, но не знаю, меня тут так ну, тактичность моя, что ли, не позволила мне слишком долго с ним общаться, я был в таком состоянии шока, я пошел, короче, тренироваться. Я понял, что действительно управление классное, сам разраб офигенно летает, я это увидел на видосе, и проблема во мне, то есть это просто мне надо переучиться, а не менять систему управления. Ну, дальше он мне тоже говорит, получайте удовольствие, спасибо, что списались с вами, спасибо, что потратили время, чтобы присоединиться к слаку, это было самое сложное час, я ушел. И позволили мне спросить у вас насчет чинука, хотя толком я нифига не сказал, потому что не понял изначально вопросы. Продолжайте работать над своими видео. Я ему написал thanks, ну и вот это сообщение он написал туда. Сегодня получается, да, после выхода видоса, что я там не понял, как свапаться. Так, ну и сейчас, пользуясь случаем, он актив, да, находится онлайн. Я от, с вашего позволения напишу привет. Я записываю видео о том, как я связался с разработчиком. Вы можете передать привет моим. Подписчикам, не знаю, сразу он ответит, не сразу, сейчас подожду какое-то время. но ну, написано актив. Не знаю, может он читает, не читает сразу. Фиг его знает. Очень волнительно. Конечно, самые тупые. Это самое тупое, что можно э, написать разработчику. Это разработчик игры, который может. Он тебя слушает на протяжении кажется. Ак... I do not understand. Я не понял. Ой, блин. Так, э, еще одна попытка. Я записываю видео прямо сейчас и, ну, насчет того, что насчет общения с вами. <с не знаю, поймет он, но это просто просьба русского, русского обычного парня, который не может поверить до сих пор, что он общается с разработчиками, и у Маурина себя увидит и видео. Он говорит, это самое тупое. Hello, everyone. Во, наконец-то он понял. Ну, все-таки это, может, менталитет, может, Google-переводчик мне не так правильно сформулировал. Фика знает. Ну вот, пожалуйста, ребят, сейчас вы прям видите, как в прямом эфире со мной, вы уже записи, как Гарри вам отвечает и. Harris is a little something special for you. I am prototyping. Что-то прототипирует, блин. Я же у меня в дрожь в жар, я до сих пор. А, то есть я могу посмотреть даже? Офигеть! Ну посмотрим сейчас, Ребята, это просто эксклюзив какой-то шок. Охренеть, ребятки, я ну я сначала сам открыл, чтобы мало ли что там, <laughs> что там он что <laughs> он там прислал, я просто в шоке, ребята, лодка, офигеть, вы помните Road то, что там будут острова, и нам нужно будет плавать на лодках. А изначально вообще будет баржа плавать вокруг э, главного острова. И мы типа будем выбирать, где место заспавнится. Но это, это касается спавна. А именно лодка, то, что мы будем... Охренеть. Это вообще просто... Это будет... Потому что водных просторов расте супер много. И их надо все осваивать. Это просто жесть. Капец. Лодка... Вот это эксклюзив, ребята. Охренеть. Я до сих пор не могу поверить. Жесть. Просто лодка. Небольшой плотик. Это даже, ну, не лодка, это как плот такой самодельный. Офигеть. Жесть. Он пишет, что он любит мои видео про апдейты и надеется, что он сможет их лучше понимать все-таки в будущем. И он уверен, что мои подписчики очень ценят то, что я делаю. Так, Google переводчик мне помог составить предложение. Короче, это плод, он дальше написал. А, ну это я уже перевел, да, все. Я ему пишу, что плод просто, просто супер. Спасибо вам за все, я заканчиваю видео. Это очень важное событие в моей жизни общения с разработчиками, и поэтому я решил оставить это, ну, запечатлеть это в истории. Не знаю, поймет он или нет в очередной раз, но я должен был это вот написать. Все, ребятки, видео затянулось, мне кажется, вы испытали те же самые... Опять что-то отвечает, вот видите, он тайпинг пишет, тайпинг. Думаю, вы со мной пережили все эти эмоции. Это просто... Ну, я до сих пор не могу поверить. Понятно, есть масса вопросов. Можно просто сейчас Хелка завалить всеми проблемами. Оптимизация, читеры. Это я, может быть, сам лично как-то спрошу, потому что я понимаю, сколько у него других проблем, сколько у него всего. Потому что, ну, это сложно. Это вот как действительно президентом или Маск. Думаете, он сам не понимает всех своих проблем? Да он больше любого человека понимает, какие у него проблемы. Но при этом, Ему нужно идти дальше, ему нужно творить, делать что-то. Ну, то есть останавливаться тоже нельзя. Ну, короче, мне сложно это описать. И я понимаю прекрасно Маурина. Если бы я был бы на его месте, разработчиком Раста, но ну, я бы просто не сдвинулся бы ни на шаг, если бы только и занимался тем, чтобы выслушивал все проблемы бесконечные. И все, Раз бы остался бы на уровне Легаси до сих пор с одним пистолетом. Он бы вообще ни во что бы не превратился. Поэтому я очень тонко, очень нежно сейчас вот берегу вот это ну, наше общение с Хелком, с Маурина. Потому что это очень важно. То есть нельзя ни в коем случае перегнуть палку и просто, как быдло, прийти, россия русская, о, Хелка, что ты там, да? Что ты там вообще делаешь? Ничего не нравится. Нет, это ни в коем случае так нельзя. Я с глубоким уважением отношусь ко всем разработчикам, Я это всегда говорил и буду говорить, Потому что это ну, на моей памяти единственные люди, которые так любят свою игру и на протяжении стольких лет занимаются ею. Так, ну он ответил замечательно. We'll keep up the good work. Продолжаем работать. Я уверен, что мы скоро опять с тобой поговорим, мой друг. Так, ну от себя теперь, да, ребят, я думаю, что в комментариях вы можете теперь не только по-русски писать свои, так сказать, мысли, еще что-то, ну я имею в виду хорошие, плохие. Думаю, ну зачем они? И так мы сам, сами знаем, что плохо, что хорошо. Вы можете еще это возможно дублировать в английском варианте. Может быть, даже если у Хелка есть свой аккаунт на Ютубе, потому что только так можно комментировать. Может быть, даже он что-то прочитает, и ваши мысли, как бы, ну, до него дойдут. Не надо мне все это писать, поверьте, я говорю, сейчас превратится это в то, что все мне свалят свои тысячи. Идеи, свои тысячи проблем И якобы я это, ну, представляете, да Я буду это бесконечно ему сюда писать Я говорю, это не то, о чем должны Лучше, если вы что-то хотите донести Просто это дублируйте Я не знаю, будет ли он читать, не будет Но просто, на всякий случай, дублируйте это в английском варианте В комментариях, и может быть Среди тысяч комментариев он все плохие прочитает И хорошие, что-то, какая-то идейка Ему тоже понравится, западет в душу И он ее реализует ну а по поводу субтитров, там многие мне советовали, типа, там можно как-то вставлять самому, прям переводить свои субтитры и вставлять их прямо в видео, в ютубе все это можно делать, но ну, просто я не знаю, кто этим будет заниматься, и как бы, ну, это действительно сложно, это как-то вообще никогда с этим не сталкивался, если я еще на это буду тоже этим заниматься сам, все. То есть я там наговорил полчаса ахинею, потом эту ахинею на английский перевел, Хелк все это послушал и охренел. Ну то есть это тоже не дело. Потому что я считаю, что ну, я не тот человек, которого должны слушать разработчики. Наоборот, я все комментирую, что они делают но никак там их, ну, если вы помните, наверное, 90% всех моих обзоров это положительные, то есть любые изменения э, все как бы я положительно встречаю, где-то какие-то корректировки, но не более. Единственное, что мне вообще в корне не понравилось, это за всю вот карьеру в Расте, это когда ввели систему компонентов, когда полностью все чертежи стали открытыми, я прям записал видос, мы ждем перевен, я полностью, типа, не хочу сейчас играть, я месяц реально был в апатии, потому что нет никакой цели, у тебя заходишь, все открыто, тогда система XP сменилась на по систем компонентов. Сейчас же хотя бы чертежи еще ввели, надо все-таки открывать, то есть получше стало. Но это вот единственный момент, когда я прям просто негодовал. Я никогда не думал, что разработчики могут так поступить. Ладно, все, ребятки, видео получается затянутым. Еще раз говорю, можете просто привет Хелку передать, думаю, ему будет приятно под видосом. Просто хай Хелк, там спасибо за все по-английски, если там ничего не хотите писать. И еще раз попрошу, реально, ну, вы должны понимать, не надо меня просить о чем-то сказать Хелку. То есть я в любом случае этого не буду делать, потому что я его прекрасно понимаю. Что-то хотите, пишите в комментах. Меня просить не надо. Потому что если я буду все транслировать, все, что вы меня просите, ему сюда, то я чувствую, что я в ближайшее время сразу же окажусь в черном списке и вообще меня отсюда изгонят. Кстати, вот тут можно зайти в комьюнити, я не знаю, можно... Вот тут вот Shadowfrax пишет, что-то, вот они тут общаются. То есть я могу... Здесь находятся разработчики, о, Винс, это офигеть. То есть я сюда даже еще толком не заходил, ничего не писал. Тут находятся тупо все разработчики и все YouTube, ну, кто делает контент на основе Раста. Ну, основной это Shadow на зарубежном комьюнити, ну, может, еще кто-то. Минхли, Винс, это офигеть, я только сейчас это пишу. Можно даже тут что-то почитать. Так, я, наверное, все-таки вырежу вот этот момент, когда я зашел в комьюнити, потому что там Shadow Fracks, Shadow Винс, это Минхли. Что-то обсуждали насчет скинов, я не знаю, можно ли мне показывать эту переписку, достаточно такая скрытая, потому что, еще раз повторюсь, здесь находятся только разрабы и только те, кто делает YouTube контент, то есть как-то с ними связано. Не знаю, можно ли показывать, не можно. Хотя ладно, не буду вырезать, это долго время займет, я там просто отрывок какой-то показал, насчет скинов они общались, думаю, там ничего такого криминального нет, я там дальше ниже полистал, там они скриншотами, ссылками какими-то, даже не буду туда углубляться, вот написал, Маурина, благодарим вас за то, что вы освежаете обновление игры, благодарю вас за Подписчиков и российскую общину За вашу любовь к Горжавчину Лола, я попытался Он походу в Google переводчики перевел Сразу на русский, чтобы мне легче было Потому что я-то на английском Жесть Я ему написал, хорошая попытка Ладно, все, ребятки, буду заканчивать В общем, вот такие вот смешанные, скомканные Чувства, думаю, со мной вы их все прошли Испытали, все, с вами был Флэш Как всегда, увидимся с вами в следующем видео Маурина, спасибо тебе огромное еще раз, если ты досмотришь до 30 минуты. Все.